На этот раз праздник был особенным. По традиции, в начале мероприятия возложили венки к памятникам-освободителям города. Затем ветеранов Великой Отечественной войны пригласили в музейно-выставочный центр «Путевой дворец». Здесь они посетили зал воинской доблести и познакомились с его экспонатами. Ветераны еще раз вспомнили о том, какую цену заплатил наш народ за свою свободу. Первый период войны нашей Красной армии, он был практически проигран. Вот. И это привело к тому, что бои начались под Москвой, и в том числе на нашей Солнечногорской земле. И на нашей Солнечногорской земле, к нашему, значит, может быть, и в определенном смысле достоинству, и, значит, и радости, немец был остановлен. А в зале 20 века для воинов Великой Отечественной играл патефон и звучали песни 30-40-х годов. Ну а самым приятным моментом для гостей стал концерт с участием артистов театра «Новая опера».